Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Тима Брауна «Дизайн мышления в бизнесе. 10 основных фактов». На канал подпишитесь по-братски. Обзор этой книги сделан совместно с компанией Master Bundle с маркетплейсом цифровых элементов для создания превосходных дизайнов. Любой дизайнер может несколько кликов загрузить сюда свои работы и начать зарабатывать прямо сегодня. Все подробности по ссылке в описании, а мы начинаем. Факт первый. Дизайн охватывает все сферы жизни. Дизайнерские концепции имеют огромный потенциал. Их можно применять для совершенствования существующих продуктов, обмена информацией и формирования потребительского опыта. Анкетирование и опросы не дают нужного результата. Чтобы отыскать гениальную идею, нужно наблюдать за людьми в их естественной среде. Рутинные действия показывают, чего не хватает пользователям. Дизайнерам следует изучать потенциальных клиентов в поле, посещать привычные для них места. Третий факт. Без эмоциональной привязки никак. Хороший продукт не оставляет равнодушным. Успешные идеи всегда связаны с эмоциональной вовлеченностью клиента. Люди хотят не только удовлетворять потребности, но и получать впечатление. Использование привычек. Людям сложно воспринимать новое. Чтобы заставить их попробовать инновационный продукт, нужно ориентироваться на устоявшуюся модель поведения. Товары меняются, а привычки остаются. Пространство для творчества. Чтобы люди могли свободно предлагать идеи, нужны место и соответствующая атмосфера. Из большого количества материалов всегда можно вычленить закономерность. Для мозговых штурмов нужно отдельное помещение. Шестой факт. Право на эксперимент. В дизайн-мышлении необходимо рисковать и быть готовым к провалам. Для изобретений нужны эксперименты. Они должны быть обдуманы, иметь цель и ресурсную базу. Ограниченное творчество. Дизайнерам нужно давать свободу, но устанавливать временные ограничения, чтобы их работа не превратилась в бесполезный поток творчества. Проектная работа должна иметь четкие сроки. Создание прототипов ускоряет реализацию идей. Создание экспериментального продукта отнимает время, но после тестирования и исправления ошибок процесс запуска ускоряется по сравнению с продуктами, созданными без прототипов. Образец нужно создавать на начальной стадии проекта. Ответ на вопрос «почему?». Создание гениальных идей связано с нешаблонным мышлением. Дети постоянно задаются вопросом «почему?». Взрослые пытаются понять как. Дизайнер должен почувствовать себя ребенком. Заключительный десятый факт. Долой стереотипы. Продуманный сценарий жизни не работает в дизайн-мышлении. Нет смысла играть в игру с известным финалом. Креативность заключается в поиске истинного наслаждения. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Дизайн мышления в бизнесе». Подписывайтесь на канал по-братски, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».